Так это была Марина Капура, так хочется сказать, и группа «Яблоко» по нашему, по ностальгическому, но Марина сегодня с Юрием, со своим супругом, аккомпанирующий состав в данном случае он. А на концерте, который мы сегодня представляем, я думаю, будет аккомпанирующий состав акустически пошире. А для тех, кто только что подключился к нам, вы, наверное, обратили внимание, что мы эфир сегодня свой начали гораздо раньше, а не в 22 часа, как и происходит каждый вечер. Поэтому, наверное, нам нужно будет какие-то вещи повторить, потому что по традиции много-много лет вы включаете свой телевизор накануне прямого эфира, то есть в 22 часа. Сегодня мы собрались вот таким вот золотым составом того самого проекта «Замыкая круг», который был записан в 87-м году, в 88-м году впервые вышел в эфир «Новогоднюю ночь», для того, чтобы вам напомнить о том проекте и для того, чтобы, быть может, если нам повезет, не репетируя серьезно накануне, исполнить эту песню в конце нашей программы сегодня и проанонсировать ту встречу, которая состоится 18 марта в Театре «Золотое кольцо», да? В 19 часов. В 19 да, часов, где уже будет первая часть или первая группа тех артистов, которые участвовали в этом проекте. Со временем соберутся все артисты, но поскольку сейчас очень многие разъехались, кто-то находится в других странах, кого-то уже и нет, быть может, с нами. А вот те артисты, которые смогут прийти 18 марта, с удовольствием споют вам не только эту композицию, но и какие-то свои старые вещи и, конечно, порадуют новыми. Вячеслав из Геленджика на прямой связи. Вячеслав, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав, слушаем вас. Я не знаю, мне кажется, там было 23 артиста задействовано. 23 всех, артиста. Конечно, не смогу назвать. Всех. Правильная цифра, нет? Всех не сможете назвать. Ну, вот по закону жанра мне до конца эфира не велено говорить, что называется, сколько там было. Нет, а вы... Я начало программы. Я могу только подмигнуть. Я не могу сказать. Я могу только подмигнуть. Я могу левым плечом повести, правым повести в сторону Варшавского Алёши. Но было сказано, Володя, если будет неточная цифра, я сразу остановлю. А если будет точная, я не остановлю, но не скажу, точная она или нет. Я просто до конца свою фразу не сказал, но правдоруб Анатолий Алёшин поймал меня на слове и сказал, что вот, ну, я просто не скажу, точная она или нет. А Максим из Волгограда. Максим, вы пересчитали, я так понимаю? Да. И сколько насчитали 20, в этот раз? 22 насчитали. Вот видите как? Достаточно. То было 22, то 24. Золотой середины. А где же правда? А где же правда, да. Спасибо вам большое. В конце программы мы подведем итог и вручим вам билеты и афишу с автографами всех участников этого проекта. Володя, вот мне интересно, знаешь что? Чего? Спросить ребят, кто из них что помнит из того времени, когда была запись? Как им запомнилась сама запись? И как они стали участниками этого проекта? Кто пригласил их туда? С кого начнем? С Артура начнем? Давай с Артура. Можно? Артура. Да, ну, меня пригласил Крис Кельми. Автор песни. Мы до сих, ну, то есть до сих пор я, конечно, не могу сейчас. Люди занимаются своими делами, ездят на гастроли. Угу. Как уже говорили, работы. Да. Выступают. Но слава богу, что все происходит сейчас для музыкантов нормально. И тогда, конечно, меня пригласил Крис Кельми. И это не была какая-то такая... то есть ты должен прийти на запись, ты должен сосредоточиться, спеть свою партию. Многие даже не знали, кто и где поет. Правда, Дим? Да. То есть там были... Спонтанно все было. Да. Как хочешь, как ты чувствуешь, так и пой. То есть там не было абсолютно никаких рамок. Mm-hmm. Была просто мелодия, была замечательная песня. Она и сейчас есть, которую придумал Крис. И поэтому мы все... Те люди, сам процесс записи, сейчас... ты помнишь? Да, я помню. Это был второй, не... это тон ателье было. Да, да, да. Да, в Останкино это было. Угу. Я помню, как Дим записывал, я не помню, как ты. Вот, я не помню, как ты. Банкет, ты помнишь? Банкет, начало банкета я помню. Режиссер, да, потом. А то есть в конце уже было все слишком хорошо, ты не запомнил финал. А я как попал? Крис Кельми тогда работал в программе, он открывал программу, где выступал «Черный кофе», как раз тогда только... Мы, можно сказать, набрали уже обороты. Это конец 87-го года, самый, можно сказать, такой золотой год был. И он открывал программу. Мы тогда ездили по всей стране, стадионы, дворцы спорта. 3-4 концерта в день. И поэтому все у меня, можно сказать, на глазах это происходило. Крис, значит, это задумал. Песня уже была до этого записана, но малым составом
в Ленкоме, да. То есть запись была, но она была неинтересная, но по ней все учили эту песню. И вот он тогда это задумал, и вот при мне буквально у меня на глазах он пытался... Он с тобой советовался или нет? Ну, чем он со мной относительно того, что я хочу собрать хор рок-н-ролльных артистов. Вот сам себе голова, он пытался как можно большее количество людей привлечь, и постоянно вот это, он занимался этим обзвоном, обзвон говорил, все, вот с этим договорился, с тем. Ну, для меня тогда это был такой звездный дождь, можно сказать. Я только тогда появился, скажем так, на виду. Да-да-да. А все остальные участники, это уже были состоявшиеся звезды. Макаревич, Градский был. Да, и вот когда все это шло, сам Крис до конца даже не верил, получится это, не получится, потому что сложность была не артистов тогда пригласить, а договориться о студии. Это все государственные были, скажем так, предприятия. Да, еще советская пора. Да, и нужны были всякие одобрения свыше. И удалось все это пройти. Сначала звук записали, и потом... Удалось, опять же, всех собрать на видео, что тоже было довольно сложно, именно с точки зрения организации этих съемок в государственной телекомпании. Да. Порознь каждого. В любой момент это могли отменить. Вот как. Это еще был, это 87-й год был, когда еще все было запрещено. Нас часто с маршрута снимали из-за того, что там люди ломали немножко стулья, там, и дворцы спорта. Давайте мы вернемся к стульям и к дворцам спорта. Толик, подожди по секундочку. Давайте вернемся чуть позже к разговору. Следующий артист будет Анатолий Алешин, который пойдет выступать в «Белую студию». Но мы Толю пока не отпускаем. Я хочу Марину в студию завести. О какой песне мы говорим, друзья мои? Давайте увидим хотя бы фрагмент из этой песни, в том числе с участием Анатолия Алешина. Потом вернемся. Открывались в утро двери и тянулись ввысь деревья. Обещал прогноз, то снег, то зной. Почему даем фрагментарно? Потому что, поверьте, сегодня этой песни будет много звучать. Она сама по себе многосерийная, как Толик говорит, 96 куплетов. Ну, там их поменьше, но, тем не менее, хронометраж песенки как минимум 5 минут. Я надеюсь, что живьем вот в таком нынешнем составе, в составе, который здесь в прямом эфире сегодня находится, она сегодня прозвучит. Причем импровизационно, быть может, как Артур говорит, нас никто не заставлял, не показывал, не настаивал, как это музыкально должно звучать. Так и сегодня никто не настаивает. Вы сегодня просто вспомните, как 30 лет назад. Самое главное, никто не мог сбросить ее в интернет. А, да. Да-да-да, по тем временам, конечно. Лично я ее услышал только в тон-студии первый раз. Марина, блистательно. Спасибо за живое выступление, которое было. Мы здесь наслаждались просто. Скандинавия великолепна. Это новая песня, да, из нового альбома? Сейчас, я смотрю, занимаешься только англоязычным репертуаром, да? У меня вышел в Англии альбом, в общем, я часто воспринимаю. А вот забери у варшавского микрофона, то у него два. В Англии вышел альбом, он англоязычный, потому что композитор Дэвид Кортни, он исключительно на английском пишет песни, и я исполнила его песни. И Юрий Берендюков, он тоже пишет на английском, и я с удовольствием исполняю. Юрочка, да, верный спутник, который пишет на протяжении много лет для верной спутницы на английском языке. Михаил из Санкт-Петербурга к нам присоединяется. Михаил, добрый вечер. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, все ваши гости, особенно Марина. Особенно да, Марина, рад, конечно. Что вы опять, да, и что вы опять ее пригласили на свою программу, Владимир. Да, очень приятно ее видеть. Ну и все гости, которые собрались в вашей студии. Так, я хочу попробовать ответить на вопрос. Попробуйте. Мне кажется, участников было 27. 25 7. Было исполнителей, мужчин было. И две женщины было, это Марина Капура и Жанна Гузарова. Да. Можно еще задать Марине вопрос один, мне интересно. Задайте, конечно. Вот когда Марина планирует, может быть, дать концерт у нас в Санкт-Петербурге, вот мне интересно. Марина, вот, вы не радуете концерт? Родной Санкт-Петербург концертами? Михаил из Питера спрашивает, когда же будет концерт ближайший? Ну, афиши все часто бывают в интернете, ВКонтакте, в Фейсбуке. То есть бывают выступления. А ближайший когда будет? А ближайший, я знаю, что в Москве. Вот у меня все правильно. Вот, потом будет посвященный Битлз, тоже я исполняю песни Битлз. Это будет 25-го... В Авроре Холл. В Авроре Холл, да. 25-го
этого месяца. Февраль. 25 февраля, да. А в Москве Марина Капура будет звучать 18 марта в Театре «Золотое кольцо», как и многие участники проекта «Замыкая круг». По сути дела, звезды рок-н-ролла, которые собрались сегодня у нас в студии в прямом эфире. 617-51-97 номер нашего телефона. Афишу я могу вам еще раз, друзья мои, показать. Она уже с автографами тех участников, которые будут принимать участие в этой концертной программе 18 марта. И она будет адресована тому, то наиболее точно ответит на вопрос, который мы задали все хором вам некоторое время назад. Вот как хор звезд рок-н-ролла звучал в этой песне, так хором мы вас и спросили. Ну, солировал, правда, Анатолий в данном случае. А сколько участников записали тогда самый первый раз песню «Замыкая круг»? И, быть может, назовете какие-то имена, которые сегодня еще не называли. 617-51-97. Давайте следующий музыкальный сюжет, и через какое-то время мы перенесемся в Белую студию. Сигнальные, шумит закатная заря, ветра апральные, но не удержат якоря слова прощальные. Уходят в море корабли, круги причалов, и ничего не остается, только ждать, когда вернутся в порт, и все начнут сначала. Не удержать нам кораблей, не удержать. Загадочно водами, удержать от трапа швартовы отданы. Жуют волны, предвещая штормы грозные, но вновь над нами Млечный Путь и небо звездное. Уходит в море корабли круги причалом, и ничего не остается, только ждать, когда вернутся в порт, и все начнут сначала. Мы продолжаем нашу работу в прямом эфире. Даже это не работа, а удовольствие сплошное для меня сегодня, поскольку я общаюсь со своими кумирами, с любимыми артистами. Это не первая встреча в прямом эфире у меня, конечно, происходит. Но сегодня такой необычный совершенно прямой эфир. Во-первых, мы раньше начали. Во-вторых, мы сегодня его удлинили на целых 20 минут. Поэтому, быть может, вы только к нам присоединяетесь. В данном случае, видите, еще один стульчик опустил. Анатолий Алешин, которого вы только что увидели в ностальгической записи на корабле. Он пошел в Белую студию для того, чтобы включить музыкально в наш разговор. Пока послушаем Павла из Подмосковья. Павел, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, Павел, слушаем вас. Ну, я так понимаю, вроде 23 я насчитал. 23. Человек. Хорошо. Вспомните поименно некоторых? Ну, я многих помню, я несколько раз переслушал. Первый, кто возникает в голове сразу? Ну, первый-то, кто сочинил, Кельми. Крис Кельми, да. Потом Градский, был еще Горьков. Так. Никольский, Ситковецкий, Дубинин, Минаев, Макаревич. Это любимая группа Круи, Смонин и Безуглый. Вот, Мелик Пашаев. Так, точно. Павел Смеян, тогда с женой, по-моему, они из Светлицкой. Сейчас специально были. Крупно вам показали одну из солисток. Быть может, не назовете. Так. Нет, еще он тебя не назвал пока. Давидян, Сюткин. Павел Смеян, Сюткин, да. Спасибо большое, спасибо. Спасибо, Паша. А он кого не назвал? Слушайте, артисты начинают спорить между собой. Быть может, вы кого-то не назвали, и артистам обидно. Нет, это само собой разумеется. Нет, там были, да. Это не вопрос, да. Я думал, что он просто по плакату смотрит, он прям по лицам его называет. Да. Ну правильно, нет, все правильно. Вокруг долго. Да, и действительно было две солистки, а мы еще не снимаем этот вопрос, поскольку очень хочется более точного ответа услышать. 617-51-97, действительно было две солистки, это Жанна Агузарова и Марина Капура. Хотя мне рассказывали очевидцы, что были приглашены и другие женщины для того, чтобы исполнить вокальные женские партии в этой композиции «Замыкая круг». Быть может, догадаетесь, кто был приглашен? 617-51-97. Вы знаете или нет? Нет, я просто думаю, что ты имеешь в виду, когда говорили про автограф, что у них очень страшная девушка поет.
Это, наверное, я был. А, нет, 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 все, нет, все, нет. Я думаю, что Крис приглашал всех, до кого мог дозвониться. Просто не все, во-первых, поверили в возможность такого проекта. Раз. И, во-вторых, это были совершенно четкие. Вот один или два дня было для записи звука, и один день был, по-моему, всего для видео. То есть, если кто-то в этот момент был на гастролях, они, соответственно, не могли. Поэтому, таким образом, там человек 10 точно могли выпасть именно из-за вот такого. А что значит, не все могли поверить в этот проект? То есть, у кого-то были сомнения, что... Что такое получится, да. А тогда же на телевидении... Могли снять просто, как на телевидении постоянно тогда снимали с эфира. У меня мои песни вот как раз за 87-й год раза два или три снимали с эфира. То есть, она на Дальнем Востоке проходила песня, и где-то на Урале. А когда к Москве подходило вещание, вырезали, потому что нельзя было. И поэтому очень у многих были сомнения, что разрешат, в принципе, такой проект. А, вот просто только поэтому, только поэтому, да? Поэтому тяжело было поверить, что такое может случиться. Ну, слава богу, проект не закрыли, не запретили, в эфир выпустили, да еще выпустили в новогоднюю ночь. Это было настолько красиво, что все 30 лет, а песня уже 30 лет, мы ее поем, и даже сегодня в конце прямого эфира завершим именно этой песней нашу встречу сегодня. В том числе участвовал в этом проекте и Анатолий Алешин, который сейчас будет петь для нас в белой студии. Потом возвращаемся сюда. Дороги наши разошлись, и мы не встретимся случайно. Надежды наши не сбылись, и ненадежны обещания. Ты понял, твердой рукой судьба карает безответных. И уповать на Бога тщетно, богам дороже свой покой. Ты скажешь, прошлого не жаль, и веришь в будущее свято. Былая пошлая печаль отныне брошена и смята. И к новой жизни устремясь, раздуй бушующее пламя, укрась бумажными цветами вокруг сверкающую
Второй песней прозвучит песня Тимура Мардалишвили на слова Алексея Романова. Песня называется «Синева, пустота, тишина». В вышине, в холодном небе, синева, пустота, тишина, синева, пустота, тишина.
Так, это был блистательный Анатолий Алешин, и пара вещей из репертуара группы «Аракс» прозвучала сейчас. Толя вернется через какое-то время в студию и сам расскажет, почему он выбрал для сегодняшнего эфира именно эти две песни, а не песню «Замыкая круг». Хочу вам по секрету сказать, что композиция «Замыкая круг», в том числе и в исполнении Анатолия Алешина, как и в исполнении моих других гостей Артура Беркута, Дмитрия Варшавского, Марины Капура, все они в студии здесь сегодня, прозвучит обязательно в конце прямого эфира. А пока мы вас спрашиваем о создании этой композиции, насколько вы помните тех участников, полный состав, который принимал участие в записи в 87-м году. А вот сейчас пока за кулисами мы, что называется, обсуждали некоторые нюансы. Оказывается, сами участники и не знали, что их порой соединяли в дуэты, как это было у Марины Капуры и Артура Беркута. Да? Сначала весной мы записали. Весной записали звук, вещь. Сначала звук. В микрофон поставь. Говори, Мариш. Угу. Микрофон. Да, микрофон. Это было в Останкино, помнишь, мы записались весной. Да, но да, клипа да. еще не было. Но это очень красивая сама запись, звукозапись. Это угу. В первой студии тон-ателье. Вот, потом мы с тобой встретились в Сопоте. То, есть, то о чем говорит Марина, мы записали партии отдельно. Отдельно. Вас потом соединили а потом, на монтаже, да? Да? И получился совершенно идеальный интервью. Нет, нет, мы с тобой дуэт отспели. Действительно, спели, конечно. А ты не помнишь, что вы перед дуэтом? Просто мы уже забыли. Тогда, да? Через полгода нас вызывают снимать клип. Помнишь, уже ну, да. осенью. И вдруг да. мы видим, какая красота получилась. И мы там с тобой спели дуэтом. Это же, я помню прекрасно, что я с давайте кем-то Артуру спела дуэтом. Напомним. Артур, ты уже забыл, Артур Берг. Давай тебе напомним, как это было. Было, там потом было вернемся. Очень много рокеров, понимаешь? Я помню, да, что да, я да. с кем-то пела дуэтом. Если солнце на ладони, если сердце в звук тонет, ты потерян для обычных дней. Для тебя сияет полночь, и звезда спешит на помощь, возвращая в дом друзей. Самое интересное, что мы не зря собрались здесь спустя 30 лет назад. Просто с вами участники вспоминают, как это происходило, насколько они были соединены вокально, дуэтно, или были порознь записаны, а потом уже на монтаже все это происходило. Нет, поэтому для вас это тоже такое открытие ну, да. спустя 30 лет, да, Артур? Давно было, да. Дело было давно. Все знаем подробно, мы же неоднократно смотрим в Ютьюбе, правда же? Да, 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 да. Извините, что мы наступаем этой песне на горло периодически. Она прозвучит, безусловно, сегодня полностью. Но живьем. Да. Причем в живом, экспериментальном, практически вот репетиционном варианте, а уже нерепетиционный вариант будет звучать 18 марта в Театре «Золотое кольцо» в более широком составе. Не все участники примут участие там, это будет только первая серия, да, Вик? Мы предполагаем, что да. да. Потому что я знаю, что приглашены и Жанна Агузарова, и Андрей Макаревич, и Градский, да? Да, и Криса Кельми, конечно, хотелось бы пригласить, и всех остальных, кто отзовется, кто придет. Угу. Вот. Но сейчас мы попробуем. И если нас зрители поддержат, если они скажут, что это здорово, и мы еще придем, то тогда конечно, с удовольствием. Нас это вдохновит. Пока что и поедем делаем... по всему миру. Да. И поедем по всему миру. А пока что едем в Видное. Константин из Видного на прямой связи. Константин, добрый вечер. Ой, добрый вечер. Ой, здрасте. Здравствуйте. Слушаю вас. Я совершенно не угадываю, прошу прощения. Uh-huh. Я просто хочу передать привет всем, потому что как-то удивительно совпало. Я увидел этот клип 25 января, а мне вот было ровно 40 лет. Uh-huh. И я совершенно помню... прекрасно всех вас, всех людей, и просто передаю огромнейший привет. Спасибо за привет, спасибо. Спасибо большое. Очень-очень привет, и прям нет слов, я немножко даже растерялся, пока слышал привет, вижу. От всей души. Спасибо вам большое за звонок. Спасибо. Несложно посчитать, сколько вам лет сегодня, если когда вы услышали песню 30 лет назад, вам было всего лишь 40. Поэтому, ну, судя по голосу, вам не скажут, что сегодня вам 70. 617-51-97 номер нашего телефона. А Юрий из Москвы. Юрий, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, Юр. Уже дали правильный ответ? Было 23 человека.
Могу назвать там некоторых. Ну, назовите тех, кого не называли. Ну, Александр Иванов. Так, не это... было, да? Саша не назвали еще, да? Евгений Маргулис. Маргулис, да. Григорий Безуглый. Называли. Аванес Мелик-Пашаев. Называли. Виталий Дубинин. Так. Вот, да. Да, Юрий Горьков. Кто? Горьков. Юрий Горьков. Да. Юрий Давыдов. Да. Да, да, ну, правильно. Кутикова уже называли, да? Нет. Кутикова, ну, я не помню. По-моему, да. По-моему, не называли. Вот только что мы его увидели рядом с Жанной Агузаровой в этом клипе. Ну и уже там некоторых, вот Павел Смеяна и Монина. Спасибо большое. Нет. Но вы пойдете на концерт 18-го? Да, я хотел бы пойти. Хорошо, спасибо. Роман из Санкт-Петербурга. Роман, добрый вечер, слушаем вас. Всем большой привет из Санкт-Петербурга. Большим артистам поклон. Угу. Есть, ну, уже многих отгадали. Можно вопрос задать, чтобы не загружать времени? Давайте, задавайте. Да. Вопрос такой. Скоро, вот, 25 февраля, будет 75 лет Джорджу Харрисону. Угу. Вот какое влияние? Ну, все-таки он не просто носитель мелодизма, а такой духовный носитель. И сегодня 73 года Антонову Юрию Михайловичу. Сегодня вот, день рождения. Да, у Юрия Михайловича сегодня день рождения. Вот, если можно, про Харрисона. Капуре отдельный привет. Мы с ней иногда видимся на Карповке 43. Она на радио к нам приходит. Ах, вот в чем дело. Ну что, да. кто ответит на вопрос? О влиянии Харрисона. Дим, я ты? Я с удовольствием скажу, да. Потому что первые записи, которые мне удалось услышать, это были такие маленькие пластиночки, которые полулегально на мелодии выпустили. Там было написано «Вокально-инструментальный ансамбль», да, в скобочках «Англия». Вот. Потом на каком-то даже было написано, на каком-то из этих миньонов даже «Битлз» было, по-моему, написано. И, естественно, там были авторы, и был, конечно, Харрисон, и мне очень-очень запомнилась именно вот его песня. Потом, когда был трибьют, записывали «Битлз», и мне досталась эта песня спеть. Да. Наверное, «Cross the Universe», «Something», наверное, да. Наверное, вот эту, да. Просто уже так давно и трибьют этот был. И, конечно, вот первые гитарные вот эти звуки совершенно необычные, которые только там можно было услышать у «Битлз», которые Харрисон извлекал из гитары, именно извлекал. И это вообще положило начало совершенно новому подходу к гитарной музыке, его игра. Так что это величайший человек и светлая память ему. Ирина из Москвы присоединяется к нам. Ирина ли это Аллегрова, которая могла принять участие в этом проекте, тоже замыкая круг? Ирина, добрый вечер. Добрый вечер, Владимир, это Ирина Алюдина. Ну, почти Аллегрова. Как вы поняли. Огромный-огромный привет всем участникам «Замыкая круг». С наступающей, прошедшей Масленицей. Спасибо большое. Праздниками. Мужчины, чтобы также нас оберегали. И ценили. Ирочка, Марина, можно я вас прерву на секундочку буквально, да, чтобы Диму в белую студию отпустить, готовиться к вокальной партии? Димочка, мы тебя включим через какое-то время. Продолжайте, Ира, говорите, пожалуйста. Если я не ошибаюсь, не называли Аванеса Мелик-Пашаева. Называли дважды Аванеса, называли. Да? Да, что-то да, я прослушала, значит. Ну, цифру назовите, вот. Сколько было участников тогда? 24. 24, вам кажется, да? Мне хорошо, кажется, спасибо вам большое за звонок. По-моему, я точно знаю 24, потому что я... хорошо знаю Криса, и когда я с ним делала интервью, он мне сказал, 24 человека участвовало. Ну, к сожалению, Крис не может в данном случае присоединиться к нам в прямом эфире, чтобы подтвердить эту историю. А через какое-то время вы увидите фрагмент нашей с ним встречи. Он расскажет вам о создании песни. Пока слушаем Вячеслава из Пскова. Вячеслав, добрый вечер. Добрый вечер, Вячеслав. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер всем гостям. Так, слушаем вас. Спасибо, что приглашаете таких людей. Дмитрия Варшавского, Анатолия Алешина я слышал вживую. Дмитрий Варшавский меня поразил очень сильно, что вживую, когда я услышал после пластинки такой вокал. Я... Марина Капура очень здорово. Ну, Беркута я не слышал, не могу сказать. Но да, самый мой кумир, это вообще в советской эстраде вокал, это Анатолий Алешин. Когда я услышал «Аракс» еще по «Маяку», когда время передавали, что они записывали альбом «Колокол тревоги», я был просто поражен. Вообще, спасибо большое. Спасибо. Сколько музыкантов было, я не знаю, а клип видел тогда.
Ну, кто же его не видел? Это уже хрестоматийная такая история. Спасибо вам за звонок. За добрые слова. Огромное спасибо. Спасибо. Видите, как Тори хвалит, потому что услышал добрые слова в свой адрес. Это приятно. Что касается Артура Беркута, я, безусловно, поклонник его творчества. Чтобы услышали его, наконец, живьем. Артур практически завершит нашу сегодняшнюю программу. И это живьем будет. А готов ли у нас Дмитрий Варшавский в «Белой студии»? Нет, еще не готов. Напоминаю, номер телефона 617-51-97. А можно я тоже скажу несколько слов про историю записи? Да, ты помнишь, да? Со своей стороны, да. Меня, по-моему, сначала агитировала Маргарита Пушкина, автор текста. Автор текста. И она мне позвонила и сказала, ну, этот разговор я помню. Она мне сказала, мы решили сделать проект такой же, как у американцев. Угу. Наш ответ американцам. Тогда была очень популярна песня, которую пели американские звезды рок-н-ролла, она называлась «We are the world». Да, там такая же... Children, we are the world. Да. И она мне так и сказала, мы новый world построим. Вот. И еще участвовала тогда в моем приложении продюсер этого проекта Марта Могилевская была, по-моему. Марта Могилевская. Она очень многих обзванивала сама. А потом уже Крис позвонил последний. Но меня не надо было уговаривать, потому что я был двумя руками за такую идею. Мы все такие были в то время прозападные. Сейчас ситуация немножко изменилась, конечно. Но тогда мы были такие прозападные, и нам очень хотелось быть такими же модными и такими же умелыми в рок-н-ролле, как наши западные братья. Ну, по-моему, у вас получилось дать ответ. Ответ американцам. Да, и неожиданно получилось очень здорово. А записывал я... моя смена была вместе с Мариной. Угу. Вот, мы записывали свои куски по отдельности. И я абсолютно не знал, что надо петь. И даже какую фразу. Мне Марта сказала, вот пой вот эту фразу. И я прямо уже как бы симпровизировал на записи. Я толком даже и песни-то не знал. Ты помнишь фразу, какую ты пел? Да, я сегодня ее спою. Александр из Керчи. Александр, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте, слушаем вас. Приветствую всех гостей. Очень приятно, что рок-н-ролл жив. Угу. Ну, уже, по-видимому, правильно ответили на вопрос. Единственное, я хотел бы сказать, что Михаил от Санкт-Петербурга сказал, что две дамы принимали участие. На самом деле, мне кажется, что три дамы принимали участие. Так, кто третья? Это Мариночка. Это Жанночка. Угу. И в массовочке была, по-моему, Наташа Ветлицкая. Да, да, была. Раз там был, ну, я так думаю, что раз был Павел Смеян, ну, по-видимому, она была. Да, жена Павла. Очень рад видеть вас всех, особенно Артура Беркута. Угу. Являюсь просто, как говорится, неимоверным поклонником автографа. Спасибо. Настоящий ценитель. Спасибо большое. Вот что значит звезды рок-н-ролла вот в таком количестве, когда приходит ни одна звезда к тебе в гости, сразу понимаешь, что у кого-то вот есть почитатели свои, у кого-то свои, у Мариночки свои и так далее. А вместе мы делаем общее дело. Общее дело мы сделаем сегодня вместе в конце программы, а пока ты соло Дмитрия Варшавского из «Белой студии», потом возвращаемся. За окном звезда мигает огоньком лампада, и видно, суждено и надо, чтоб стало горечью отрада. Берю тихий свет, и как не твой напев баюный, и снег, и звезды, лисий след, и месяц золотой, и юный, дней не знающий ни лет. Жаль и больно мне спухнуть с бровей знакомую и звуку, и взять, как прежде, в руки руку. Простишь ли мне земную муку?
песни не забудь. Мигает огоньком звезда над колыбелью тихий свет. Поутру столы табурет, так значит суждено и нет другого счастья мне не надо. Ветки падающий лист в день осенний золотист, он по воздуху кружится и танцует, как артист. С ветки падающий лист, нет ни братьев, ни сестер, он один на весь простор. Он пьянеет от свободы и пылает, как костер. Он один на весь простор. Если б листья знать смогли, сколько лету до земли, а потом лежать, валяться под ногами. Если б листья знать смогли, если б листья знать смогли. Легендарный хит Дмитрия Варшавского, который будет звучать и на концерте 18 марта в Театре «Золотое кольцо», и другие песни Димы будут, безусловно, там звучать, как и многих участников вот этого проекта «Замыкая круг». Кто там еще будет принимать участие из тех, кого сегодня нет с нами, Вик? Да, ну концерт же, в общем-то, рок-н-ролльный. Мы говорим, я там буду принимать участие, я знаю. Я буду вести этот концерт и всех по новой представлять. Ну вот взял, все сказал. Я выдал тайну, самое да? главное, да. Потому что в прошлый раз у нас ты не был заявлен на афишу. Я не был заявлен, да. Я хотел... Это был сюрприз я для зрителей. Очень хороший сюрприз, нам всем это здорово понравилось, и мы решили вот как бы все традиции продолжать. Спасибо, что пригласили дальше. Да, раз, и мы очень рады, что, ну, потому что Володя человек, который всех артистов знает, делает это непринужденно, создает особую атмосферу концерта. Ну и, конечно же, на афише, наверное, все видели, что будет Александр Кузьмин. Это, в общем-то, один из людей, которые стояли у основания «Динамика», и который сегодня работает не только хиты «Динамика», но и другие композиции они делаются. И там с ним работают замечательные музыканты Александр Грат и Александр Бах, тоже рок-н-ролльная тусовка, их хорошо знает. Но ты общем... не сказала, что это младший брат Володи Кузьмина. Младший брат Володи да, Кузьмина, ну, я думаю, это все знают, хиты Володи Кузьмина, в том числе, очень, насколько я знаю. Да, он же работал, работал в «Динамике» вместе с Володей. Да, мы просили его исполнить все хиты, состав. Любимые «Динамика», поэтому там будет весело, там будет настоящий рок-н-ролл. Так что странный я вам всех, всем представлю настоящий рок-н-ролл 18 марта в Театре «Золотое кольцо». Юрий из Москвы. Юрий, добрый вечер. Коротко. Добрый вечер. Добрый. Я
впервые в жизни дозвонился. Так. Вот, и тоже хочу сказать, что я очень люблю всех артистов, которые у вас сегодня собрались, угу. и имел счастье и удовольствие и видеть, и слышать их воочию. Так. Вот, и особенно для меня, конечно, дорог человек по имени Анатолий Александрович Алешин. Это Юра Гарин. Здравствуй, Толечка. Я очень Юра, рад привет, тебя привет, видеть, привет, слышать. Привет. Вот. Человека я увидел впервые в 75-м году в Театре эстрады в составе «Веселых ребят». Uh-huh. И все, и упал. Мало того, что фамилию узнал из концерта, uh-huh. поскольку на пластинках не писали. Ну и все, и пошло дальше, и орация и так далее. И вот спустя 40 с лишним лет мне судьба улыбнулась, и мне вот удалось каким-то образом вот познакомиться, подружиться, и, в общем-то, я пребываю в каком-то счастье и неверии до сих пор. Спасибо, Юра, за звонок. Спасибо. Я тебя приглашаю лично на концерт. На концерт 18 марта имеешь в виду? 18 марта, да. А там уже не спустя 40, а спустя 30 лет вы услышите снова «Замыкая круг», как услышите ее сегодня. А в белую студию переносимся, у нас крайне мало времени. Артур Беркут поет для вас. На заре пробежится по лужам, и рассыплются звезды порою ночной. Этот сказочный мир для того-то и нужен, чтобы жизнь просыпалась с каждой новой весной. Плывем семь морей, где-то в каждом причале. Только вверх и вперед проложит свой маршрут. Проплывем семь морей, но вернем
нас любят. Проплывем семь морей, где-то в каждом причале. Только вверх и вперед, проложив свой маршрут. Проплывем семь морей, но вернемся к началу. От родной уголок. Вот родной уголок, где нас любят и ждут. Ну, мы, безусловно, любим и ждем, как пел Артур Беркут, всех этих артистов замечательных. А, к сожалению, время не позволяет нам сегодня Артуру дать возможность исполнить две песни, как пели другие участники проекта «Золотые хиты и звезды» и проекта «Замыкая круг». Но я обещаю, Артур, что вот на концерте 18 марта ты будешь петь больше других. Просто обещаю тебе. В прямом эфире это даю слово, тем более буду вести этот концерт. 617-51-97, Виталий из Калининграда. Виталий, добрый вечер. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер. Добрый вечер ребятам в студии. Во-первых, хочу... Ну, какие ребята? Мы здесь вдвоем с Викой остались, остальных всех отпустили петь. Всем большое спасибо за вот эту песню «Замыкая круг». Хотел задать вопрос Анатолию Алешину, но, к сожалению, ушел. Анатолий уже ушел, к сожалению, да. Да. Для того, чтобы... Передайте ему привет. Мы когда-то с ним работали в 80-м. Спасибо большое, обязательно передам ему привет от вас. Он вас слышит, он находится в белой студии. Они готовятся сейчас к исполнению того самого бессмертного хита, который создал в свое время Крис Кельми. Давайте услышим самого Криса, потом вернемся. Мне показалось, что пришло время, когда многие музыканты, так и получилось, кстати, в 87-88 году, не смогут какое-то время работать у нас в стране. И вот я пытался собрать их всех вместе. Уже тогда предчувствовал, да, это, я, да, уже предчувствовал, да, чтобы кто-то перестанет заниматься музыкой, так и получилось. И вот мы все собрались, и эта песня получилась. Это было настоящее. Настоящее. Ну, отбирались как? Да, это друзья прежде всего, коллеги по цеху? Ну, это друзья, да, с которыми мы выступали, с которыми дружили. Ну, которые, в общем... То есть вы лично отбирали всех? Или кто-то кого-то советовал, вот здесь лучше вот это спать? Здесь Капура должна быть, здесь нет, вот я звал, я как бы являлся и продюсером этой песни, звал сам, потому что для меня было важно в тот момент времени, что эти люди, они духовные, идеологически, они оставили идеи рок-н-ролла в своей душе и жили этими идеями, что главная музыка, которая является передатчиками идеи Бога к людям. Вот. Главная музыка. Но мы прерываем песню для того, чтобы она живьем в студии здесь прозвучала в исполнении тех участников, которые будут петь ее 18 марта. Да? Ну, выбираем победителей с тобой, Вик. Кто сегодня был наиболее точен? Кому мы отправляем афишу с автографами? Было два человека, которые назвали ту цифру, которую мы хотим назвать. Это было 23 человека. 23 да? Участника. Ага. По крайней мере, такая вот информация была решена нами коллегиально. Мы все посовещались перед тем, вспомнили и пришли к выводу, что было 23. Так. Вот. Было два человека, но поскольку, вот как бы, я думаю, первому. По-моему, это из Подмосковья Павел. Из Подмосковья, да. Павел, да. Мне говорят режиссер, что точно, ты запомнил действительно имя. Павел из Подмосковья получает билеты. Да, мы вручаем вот эти вот два билетика ему на концерт. Марта, да, и Паша получает еще и вот эту афишу с автографом всех участников. Да, пожалуйста, ну что, попробуем без репетиции сейчас в прямом эфире исполнить эту песню. Вот одна из тех историй, о которых люди спорят, и не день, не два, а много лет. Началась она так просто, не с ответов, а с вопросов. До сих пор на них ответа нет. Стремятся к свету все растения на свете, отчего к морям спешит река. Как мы в этот мир приходим, в чем секрет простых мелодий, нам хотелось знать наверняка. Замыкая круг,
назад посмотришь вдруг, там увидишь в окна свет, сияющий нам след. Пусть идут дожди, прошлый день от них не жди, как не пройденный дорог, сумеем пробить росток. Открывались ёлок двери и тянулись ввысь деревья, обещал прогноз то снег, то зной. Дорогу звал нас за собой. Забытая круг, ты назад посмотришь дух, там увидишь окна свет, сияющий нам свет. Если солнце на подворье, если сердце в снах тонет, ты потерян для обычных дней. Для тебя сияет полночь, и звезда спешит на помощь, возвращая в дом к себе друзей. Yeah.